Проводи сюда. Да, Викентий Павлович. Вот, надень курточку и сходи, пожалуйста, в Дарницу. Я тебя здесь нарисовал и написал, как найти там одного человека. Это очень важно. Викентий Павлович, я хотел бы добраться до папы. И вы обещали мне помочь на этой неделе. Ну, правильно. Правильно. Но неделя еще только началась. А во-вторых, это вовсе не просто. Хотя наши друзья и пытаются сейчас найти эту возможность. А в-третьих, и я, и тетя Ксения очень рады тебя видеть. И мне было бы очень жаль, если ты бы вдруг уехал. А теперь особенно. А почему? Ну, потому что я тебя узнал ближе. Ты мне нравишься. Значит, спросишь Бинского. Я там тебе не написал. Ну, ты запомни, Бинский. И сходи к нему за перловой крупой. Хорошо? Хорошо. Ну, беги. Входите, там открыто. Входите. Мне нужен господин Бинский. Не господин Бинский, а товарищ Бинский. Это и я. Здравствуйте. Здравствуйте. Я Викентий Павлович. А, очень рад. Пожалуйста, пожалуйста, проходите. Проходите. Я Викентий Павлович просил. Вот что, молодой человек, я думаю, что вам эту курточку надо снять. Зачем? Ну, я угощу вас чаем. Спасибо, но я не хочу. Раздевайтесь, раздевайтесь, молодой человек. Я вас без чая все равно не выпущу. А, это мой брат. Он болен. Не будем ему мешать. Так. Так. Идемте на кухню. Проходите. Но я действительно не хочу. Юноша, не сопротивляйтесь. Подождите меня здесь, молодой человек. Одевайтесь, молодой человек. И, пожалуйста, побыстрее, побыстрее. Вот так, вот. Это перловая крупа, это вот для вас. А вот это... Самогон? Да, да-да, самогон. Жуткая гадость, но люди пьют. Сделайте мне одолжение, молодой человек. Занесите, пожалуйста, этот самогон одному человеку. Это вам по пути. Пожалуйста. Дойдете до Ломакинских складов. Найдете там весовщика Загладина. Запомнили? Да. Скажите ему. С добрым утром, Алексей Маркович. Кто меня звал? Да он стоит. Ты меня? Мне Загладина. Ну, я Загладин. Доброе утро, Алексей Маркович. Поздно встаешь, парень, день уж давно. Я встал рано. Ну, ладно, ладно, пошли. Тебя Бинский прислал? Да. Давай. Ты сейчас домой или к Бинскому? Домой. Домой? Передашь дяде Викентию Павловичу, что тетя Агафья приедет сегодня вечером. Если, конечно, пароход придет. Ну, сам понимаешь, время какое. Пароходы ходят нерегулярно. Передашь? Передам. Ну, давай. Что там случилось? Не знаю. Сейчас каждый день.
что-нибудь случается. Господи, господи. Что там, товарищ? Не знаю. Может быть, это горит тот самый пароход с тетей Агафьей? Юрий, иди сейчас же домой! Что там случилось, товарищ? Ломакинские склады горят. Что вы говорите? Дядя Викентий, посмотрите! Много сгорело? Ломакинские склады были огромны, ваше превосходительство. Ну что же, если такую деловую помощь мы будем получать и дальше, я надеюсь, что она эффектно скажется на положении на фронте. Кто же это сделал, если не секрет? Замысел Николай Николаевич. А вот по поводу непосредственного исполнителя, я, собственно, обращаюсь к вам с подобной просьбой. Мне кажется, он вполне этого заслуживает. Николай Григорьевич, мы объединились и действуем каждый на своем месте, не щадя жизни не ради наград, а ради великой цели, которую поставила перед нами гибнущая Россия. Разве достижение этой идеи не будет всем нам лучшей наградой? И разве то, что сделал этот... Загладин, не является его священным долгом? Мне кажется, Владимир Семенович, мы ошибаемся в нашей политике. Что такое вы говорите? Не понимаю. Люди не хотят ждать совершения идей. Они живут в настоящем. И хотят получить больше даже от такого настоящего, как наше, которое вот уж столько лет требует одних только жертв. В наших людях бродят процессы, которыми мы не можем управлять. Какие же? После взятия Харькова, например, в городе начались массовые грабежи и погромы. Впрочем, это было и в других местах. 3 дня на откуп, это закон войны. И право победителя. Не всякой войны. И кроме того, это продолжается не 3 дня. Это еще продолжается. Расстреливать. Тогда нужно расстрелять всю армию, ваше превосходительство. Микки, ваше утро начинается с 10 часов? Простите, Павел Андреевич, но после вчерашнего банкета у Рябошинских... Если у вас нет достаточной тренировки, не стоит и заниматься этим в таком случае. Что это у вас? Я был у телеграфистов телеграммы за ночь. Кто будет спрашивать, я у генерала Деева. Слушаюсь. Отнесите это в аппаратную. Здравствуйте. Здравствуйте. Я по объявлению. Господин Старцев дома? Да. Прошу вас. Пожалуйста. Благодарю. Пожалуйста, садитесь. Благодарю. Сейчас я позову папу.
Здравствуйте, господин офицер. Здравствуйте. Чем обязан? Я по объявлению. Меня интересуют старинные монеты. Извините, что так поздно. Да, а что там поздно, пустяки? Для истинных ценителей. Вы чем интересуетесь? Антикой или Русью? Русью, господин... Иван Платонович. Называйте меня просто Иван Платонович. Так, с чего же мы начнем? С гривна или с рублевиков? Меня интересуют только две монеты. Две монеты Петра Первого. Солнечник и двухрублевик. Только эти две? Да. Вы старик? К вашим услугам, Иван Платонович. Здравствуйте. Давно вас ждем. Наташа, пойди-ка на минуточку. Знакомьтесь, моя дочь. Кольцов Павел Андреевич. Наташа. Да, вы не беспокойтесь. Наташа здесь, хотя я ее и отец, но она... Я просто исполнитель, так сказать. У вас есть связь с Киевом? Да. Эстафета. Здесь копии секретных оперативных сводок. Передайте. И еще одно. Какой-то Загладин представляется к награде. Представляется контрразведкой. Пусть там проверят. Оксана! Открой! Оксана! Павлик, ты? Это я, Мирон! Открывай! Ну, давай, вперед. Ну, давай. А Павлик? Павлик где? Подожди. Иди в дом, я сейчас приду. А хворост? Зачем он тебе? Да тут не весь хворост. Ты иди, а то простынешь. Ну, прямее, прямее! Это все твое. Подарок тебе. Вот. Такая чертовина. Конница нарвалась на нас. Утром поскакали, кто в чем. Ну и порубали нас. Я-то после вернулся туда. Ружьишки собрал. А как же, добро ведь, если с умом продать, оно и покупатель нашелся. Ты лампу-то прикрути. Коптит.
Сам я Павла не видал. Но ты не надейся. Казак один срубил его саблей напополам. Все. С Павла. Нету его. Эх, здрасте, тебе такого мужика-то надо, как твой Павло. Ты вот мне постерегу возле двери. Я собакой твоей буду. Хошь? У меня тут шуба для тебя есть. Здрасте, только одна шуба. Вот. 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 А ведь это ты убил его, Мирон. Ты? Как это ты? С чего это ты? Ксюша, Ксюшенька, не изводи ты себя, напрасленно. Да изменял он тебе. Если не хотите чаю, то погуляйте минут 20, а я пока все приготовлю. Хорошо. Поедешь за мной. Thank you.
Руки! Руки вверх! Стреляю! Ко мне! Ко мне! Пацаны, кто старший, подойди. Где? На улице, за углом. Вот. Одевайтесь, одевайтесь. Одевайтесь, молодой человек. И расскажите все, что видели Викентию Павловичу. Быстро! Опусти. Кенти, я тебя предупреждала. Оставь. Помолчи сейчас, потом. Происходит? Что общего у тебя с этими мерзавцами? Причем тут Юрий? И вообще, где же твое? Да, Викентий Павлович. Одевай курточку и беги опять в дальницу. Я бежал. Мне жарко. Можно я без курточки? Что сказать? Ну при чем тут Юрий? Львовская порода! Дон Кихоты! Чистоплюи! Упрямые, гордые ослы! Они меня хотят погубить. Одевайся! Что это значит? Ни папа, ни мама не позволяли так вести себя со мной. И потом, вы не сдержали своего обещания отправить меня к папе. И к Бинскому я больше не пойду. Ни в курточке, ни без курточки. Юля, вот видишь, я тебя прошу. Скорее, Юра, скорее! Бегом я тебя прошу! Негодяй!
Ходи. Здравствуйте. А, Юрий. Здравствуй. Мне нужен товарищ Бинский. Он сейчас придет. А ты раздевайся. На улице жарко. А вы брат Бинского? Я? А, брат. Мне выйти? Ну как? Возьмите. Спасибо, Юра. Я был неправ, ты меня извини. Здравствуйте. Подожди меня. Господа, познакомьтесь с моей дочерью. Добрый день. Вы нашли это здание по моей рекомендации? Совершенно верно, мадемуазель. Благодарю вас. Однако, мне кажется, я вам давала другой адрес. Что, мадемуазель, вы забыли? Именно этот. И командующему понравилось? Очень понравилось. И вам? Более чем командующему. Я тоже. Очень рада в таком случае. Господа, со следующей недели мы попытаемся принимать по пятницам. Милости просим. Благодарю. Ты свободен? Нет, это надолго. Я провожу тебя. До свидания, господа. Я буду вас ждать. До свидания. До свидания. Ого. Что у вас? Пожалуйста, господин капитан. Это все? Вот еще срочное, господин капитан. Да. Конечно. Микки, Владимир Зинонович один? Простите, там полковник Щукин. Она вас спрашивала. Да-да. Князь Асланов. Разберите это пока. Я слушаю. В район 8-й и 9-й армии красные начали переброску войск с Туркестанского и Северного фронтов. Не может быть. К сожалению, это так. 28-я и 20-я дивизии уже выгрузились. Прошу. Благодарю. Откуда у вас эти сведения? Это информация Николая Николаевича. Так. Подготовьте донесение Антона Ивановича Деникина. Слушаюсь, ваше превосходительство. А что сообщает Киевский центр? Работает. И довольно активно. Были провалы, но боевое ядро уцелело. Центр нуждается в деньгах, Владимир Зинонович. И надо помочь. Узнайте у генерала Деева, сколько он может выделить. Переправлять деньги через линию фронта очень сложно, да и нет необходимости. Я прошу вас подписать это письмо. Кому оно адресовано? Одному ювелиру. Он уже передавал крупные суммы денег на нужды центра, но ему нужны долговые гарантии. Он что, в Киеве? Да, ваше превосходительство. Хорошо.
Как вы устроились? Спасибо, Владимир Зинович, очень хорошо. В своем доме. Многое разграблено, но часть жене удалось сохранить в имении моей матери здесь, под Харьковом. ...27 ювелиров в Киеве осталось. Вот список. Самсонов, Песенко, Сараев, Либерзон. По-моему, слежку надо установить за все. Придется. Крылов, Шварц, Доброхотов. А что ты знаешь о Доброхотове? Ничего. А тут и оно. Ничего. А Либерзон, кто это? Ну, это самый никудышный. Да? Да у него и магазину отродясь не было. Всю дорогу в найме работал. Нет, этот отпадает. Не знаю, не знаю. Где здесь проживает гражданин Либерзон? Вон там, на втором этаже. Господи, что это они, обыск опять? Да нет, понятых не берут. Нет, не берут, да? Вы Либерзон? Я Либерзон. Открывайте. Зачем? А ну, открывайте, открывайте. Пожалуйста, пожалуйста, проходите. Здравствуйте. Здравствуйте. Разрешите присесть? Да, да, очень. Прошу, присаживайтесь. Так было и у Горелика. Двое пришли. Сели. Поговорили. А теперь Горелик второй месяц сидит в ЧК. Ну, уже 48,5 дней. Сужеслав, ну, не загоняй меня в гроб. Оставь, пожалуйста, эти намеки. Вы вот что, гражданочка, тут у нас мужской разговор предвидится. Выйдите отсюда быстренько. Какой может быть мужской разговор при таком пайке? Смешно. Софа, вступаю в кухню. Поставь мишеловку. Только осторожно. Она очень крепкая и пружинная, не попади сама. Ступай. Откройте мне дверь. Мы к вам по делу. Вы знаете, я догадываюсь. Нам нужна небольшая справка. Вы, наверное, знаете всех ювелиров в городе. 40 лет. Не один год. За 40 лет можно много кое-чему научиться и кое-что узнать. Покажите на секундочку мне любой драгоценный камень. И я вам скажу, какой он воды, сколько в нем каратов, сколько он стоит. Назовите мне любого ювелира. И я скажу вам, сколько стоит он. Я понимаю, в вашем департаменте не покупают, не продают. Слушайте, вы не могли бы сесть вперед? Говорите прямо. Что вам надо? Вот здесь... Все ювелиры, которые живут сейчас в Киеве. Расскажите о каждом из них. Хорошо, я вам скажу, кто может представлять хоть какой-нибудь интерес для вашей фирмы. Самсонов. Нет, этот все сдал. Да, откровенно говоря, у него и было не так уж и много. Фисенко. Это то, что Эдельман. Кретин. Вин всегда уважал закон. При царе уважал царские законы. Пришли вы, уважает ваш. Сараев.
кто не знает фирму «Сараев и сын». Вы знаете, между прочим, у него сын горкий пьяниц. Это такая редкость в еврейской семье, сын пьяниц. Но, как говорится, у семьи не без урода. Лучшие магазины его. Москва, Петербург, Киев, Нижний Новгород. Поставщик двора его императорского величества. Но, как говорится, все в прошлом. Восемь обысков. Это кое-что значит. Боюсь, что я сегодня богаче, чем он. Хотя у меня, кроме Софы, ничего нет. Ничего. Так вы ко мне? Нет, нет. Мы по поводу списка. Так, кто там у нас еще? Исаак, не валяй дурака, им нужен Федотов. От чертова баба. Зачем вы так, господин чекист? У этой чертовой бабы полгода назад петлюровцы сына убили. Нашего Моня убили так. Между прочим. И потом она иногда говорит дело. Лев Борисович Федотов это, вероятно, тот человек, который не очень ищет встреч, особенно с вами. Расскажите подробнее. Подробнее, пожалуйста. Лев Борисович вид неброский. Он не поставлял ожерелье, кольца двору его императорского величества. У него был один небольшой, маленький магазин. Если бы мне в свое время мальчик не довелось у него работать, я бы тоже не знал, какими миллионами вин ворочил. Думаю, что и сейчас у него денег чуть-чуть побольше, чем у вас у Галифе и еще у киевском казначействе. А где он живет? И где он живет? Там же, где жил. Большая Васильковская, 12. Кто там? Это я, Мирон, Ксюш. Ну вот, я и опять увижу тебя. Ох, какая же ты. А ты чего же не домой-то? То нельзя мне, Оксаночка. Аль не знаешь. Отца забрали и братенька старшего. Я и в прошлый раз не был дома. А то мать вой подымет и меня сцапает. Да за что же? За что отца с братом? Рассказывать долго. А сейчас, может, не только за это. Ну, сюда ты тоже больше не ходи. Кто я тебе, жена, что ли? Ксюш, не гони меня. Да разве я часто хожу к тебе? Да разве много надо мне поглядеть только на тебя? Да я не один я. А кто еще? Человек там один за углом стоит. Ну, спасибо тебе. Я мигом сейчас его позову. Мы у тебя ночевать не будем. Ты нас только покорми, малость. Что же ты томишь его? Подождет.
Ксюша, я это... сказал ему, что ты жена мне. Я только ему так сказал. Оно лучше. Так ты уж... Сергей Христофорович. Сергей Христофорович. Ну что? Господи, дом никого. Пойдемте. Сергей Христофорович, мы потом вернемся сюда. А что? Как хозяйке-то сказать? Если вернемся, зачем же об этом говорить? Спасибо, хозяйка. Что-то не больно ласково, жена у тебя. Она ничего. Сколько там? Пора. Дар знак. Все понял. Чем могу быть полезен? Вам пакет. От кого? От Николая Григорьевича. Входи. Господин Спиранский, здравствуйте. Я полковник Лебедев. Заходите, все уже в сборе. Жди меня здесь. Я свое все давно сдал. Как приказ совета ваш, то есть приказ как вышел, так я все и сдал. Значит, все сдали? Сдал. Значит, все чин-чином, и никакого золота у вас нет? Откуда же оно возьмется? Вообще-то я вам доверяю. Работа у нас, Лев Борисович, такая. Вот дали мне ордер на обыск. Что же мне с этим ордером делать? Значит, надо проверять. Видите? Ну, конечно. Проверяйте. Поглядеть? А чего ж? Рви, конечно. Цветок, жаль, погибнет, но рви. Ладно, оставь пока. Сами играете? Нет, дочка увлекается. Нету. Нету у меня ничего. Зря только время переводите. Чего тут? Доска как доска, да чего-то тяжелая. А ну дай-ка сюда.
Семен Алексеевич, погляди-ка. Музыкальная дочка. А разве это золото? На старость, на черный день берег. Сейчас, почитай, весь город спит. А вы вот так нервничаете, Лев Борисович. Нет, с этим золотом одни неприятности. Уж больше искать негде. Мне одеваться? Не нужно. Мы не торопимся. Осмотрите еще раз. Посидим, побеседуем. Может, вы еще что-нибудь вспомните. Поджоги складов, диверсии на железной дороге, все это очень ценно, господа. Но это не самое главное. Нужно готовить вооруженные выступления. И стало быть необходимо, соблюдая, конечно, должную конспирацию, резко расширить круг людей. Помните, от вашей работы зависит многое. И как знать, если мы объединим наши усилия, сделаем их целеустремленнее, то, может быть, уже в следующем месяце мы соберемся в другом месте. Ксения Андреевна, спасибо. Мы соберемся в другом месте на правах истинных хозяев города. Вы правы, нужны масштабы. Но масштабы во многом зависят от денег, господин полковник. Патриотизм это очень хорошо. Но его тоже нужно чем-то подогревать. Лучше всего, конечно, победами на фронте. Если же их мало, то хотя бы деньги. Бандит! Во дворе бандит, я его знаю! Это он, это он! Его Мироном зовут! Он издевался над моей мамой, когда она... Юрич, а почему ты оказался здесь? Ступай в свою комнату, поговорим после. Да это бандит! Разве я знал? Марш в комнату! Ну, паря, паря, ты это брось! Вместе все! Вон отсюда! Викентий, это отвратительно! Вон! Родственник с характером. Хорошо еще, если эти крики не долетели до соседних домов. А вы не могли разобрать, где дворяне? Пока я человек маленький, Сергей Христофорович. Мне что приказывали? А батька Ангел, он против всех воевал и против дворян тоже. Все тихо. Можете идти. Деньги у вас будут, господа. Очень скоро. Я прощаюсь с вами. Ненадолго. Светает. На Большую Васильковскую.
Звони. Кто там? Лев Борисович, откройте, это Николай Григорьевич к вам. Не стреляй, куда им деться? Не стрелять! Нет, нет, не могу, далеко. Прыгай, тебе говорят. Нет, 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 я боюсь. Господи. Господи, благослови. Насмерть разбился, товарищ командир. Вот, при нем нашли. А другой сбежал. Но я его лицо запомнил. Ну, тот-то мне и вовсе знакомый. Да, ошибся я. Оказывается, не все этой ночью спали. А нервишки, я замечаю, вас неважнецкий, Лев Борисович. Лечиться бы надо. К чему это вы? Да, к тому, что есть та бумажка, которой вы сейчас очень боитесь. Вот она. Самим Ковалевским подписано. Ну, хотя это и не Деникин, но фамилия известная. Почитать. Зачем? Мало там, что они напишут. Гарантирует? Во! Что золотишко вам все сполна вернут после победы над советами. Над нами, значит, Лев Борисович. Пускай гарантирует. Мне-то что? Понятно. Ладно, одевайтесь. Продолжим в ЧК нашу беседу. Идемте, я готов. Одевайтесь, одевайтесь. А ну, хлопчики, подденьте-ка эти дощечки. Я же говорил вам, Лев Борисович, что нервишки у вас ни к черту.
это тоже на старость. Долго вы собирались жить, господин Федотов? Меня расстреляют. Это решит трибунал. Показания облегчат мою участь. Чистосердечные, да. Хорошо. Я вам все расскажу. Все. Викентий Павлович Спиранский. Да. Вы арестованы. Вот ордер на обыск. Что такое? В чем дело? Здравствуйте. А здесь что? Кухня. Можете взглянуть. Мне что, собираться? Да, собирайтесь, собирайтесь. Дорогая, это недоразумение. Я прошу тебя. А здесь что? В этой комнате живет наш племянник. Он спит. Я думаю, что вы его разбудили. Собирайтесь. А, не спишь. Здравствуй. Здравствуйте. Спи, еще рано. Эй, Юрий! Ну, молодец, сам добрался. Это значит, твой дядя? Да. Разбудили мы тебя. Извини. Ксения, я тебя очень прошу. Очень прошу. Все, товарищ командир. Спиранский один из руководителей заговора, это ясно. А что он говорит? Показания отказывается. Да? Ну и пусть пока помолчит. Пусть помолчит. Да, конечно. Пусть помолчит. Только почему мы его одного-то взяли? Вот и надо хорошенько посмотреть за этим домом. Может, мы одного-то взяли, а 100 осталось. И наверняка и племянники, уж тем более жена, многих из них знает в лицо. Вообще-то, конечно, надо бы с ней поговорить. Так что? А, не, сходите поговорить. И не допрашивать. Просто поговорить. Вот как раз допрос снимать я не умею. Хоть бы курсы какие-нибудь были по этому делу. Но глядишь, ты на него, он на тебя. Таким дураком себя понимаешь. Ой, а потом еще ляпнешь чего-нибудь, ну тут совсем. Нет, лучше тебе этим заниматься. А я с удовольствием как раз к тетке скажу, поговорю. Ну, к Жене Спиранского. На прощание он ей сказал, что-то я не понял. Ксения, я тебя очень прошу. И мне ужасно хочется узнать, чего он ее просил. После Спиранских они пошли прямо на Васильковскую. И никуда не заходили? Он клянется и божится, что нет. Что нам его клятвы? Ну, конечно. Нужно найти способ проверить это. Каким образом? Если у ювелира действительно была засада, значит, не они привели за собой хвоста. Проверьте это, Виктор Захарович. Слушаюсь. Да, и вот еще что. Что же это вы? Я убедительно прошу вас выяснить, наконец, о Кольцове и о Волине. Николай Григорьевич, мне кажется, я заслужил, чтобы о моем задании мне не говорили дважды. Извините меня. Я тоже в делах не люблю пришпоривать коня, когда он и так бежит быстро.
Однако Волин работает с нами, а Кольцов — доверенное лицо командующего. И мы должны быть уверены, что у них безупречное прошлое. Куда это барахло? Кинь на чердак. Ее на чердак. Ну, чего она? А ничего. Плакала. Кричала, что никому ничего не говорила. Ну, вот и хорошо. Теперь уж не скажет. Ой. Где пацан? Не мог Игнат сразу его взять. Она бы все поняла. Мы подождем. Подождем до ночи. А где тетя твоя? Ее Ксения Петровна зовут? Ксения Андреевна. Ее нет. Она еще утром ушла и до сих пор не приходила. Ах ты один. Как не приходила? А что она сказала? Она взяла сумку, сказала, что пошла на базар, скоро придет. Да уж теперь вечер. Да. Вы садитесь. Ты целый день так тут и сидишь один? Да. Что ж ты собираешься делать? Ждать тетю Ксению. Ха. А если она совсем не придет? Нет, вы ее не знаете. Если тетя Ксения сказала, значит, она обязательно придет. Ты ел? Чего? А. Понятно. Пойдем на кухню, посмотрим чего-нибудь. А? Я ел, я обедал. Ну, теперь уж ужинать пора. Пойдем. Спасибо. Вы чекист? А что, очень страшное слово. Был моряк, а теперь вот... Да какой еще чекист? Чекистам недалеко. Однако вот приходится. У меня в Севастополе двое ребятишек осталось. Один постарше тебя, а другой совсем еще соложонок. Тьфу ты, черт. Мне помалкивать бы надо, я болтаю. А Севастополь-то ваш, однако. Да, на чекиста мне... А за что вы Загладина арестовали? Да ты его знал. Ну и компанию ты себе подобрал, однако. Тут, когда пожар случился, ты уже в Киеве был? Да, ломакинские склады. О, он их и поджег. Если б ты видел, сколько там добра сгорело. Ты чего? Я наелся. Спасибо. Ну вот, чаю потом попьешь. Я уж сегодня ее дожидаться не буду. Утром после вас к тете Ксении приходил какой-то дядя. С ним вместе она и ушла. Знаешь что, Юра, пойдем ко мне. Нет, нет. А не забоишься один? Нет. Тогда запрись как следует. А то мало ли один в доме. А ты, может, пойдешь ко мне переночуешь? Я один тут живу в Киеве. Нет, спасибо. Ну, смотри.
Юра, я тихонько выйду, ты тихонько закроешься. Никого, кроме Ксении Андреевны, не пускай. Хорошо? Не нравится мне эта история с тетей. Ты там наблюдение оставил? Да, оставил одного у старухи в доме напротив. Завтра сходи. Конечно. Владимир Семенович. Да? Убит полковник Львов. Что? Когда? Вчера в боях за Полтаву. Ах ты, Господи. Ах ты, Господи. Он так и не нашел свою семью. Нет. Но я знаю, наверное, что сын его был в Киеве. Почему же вы ничего не сказали полковнику? Да, теперь я мог бы и сказать ему об этом. Его сын был у Спиранских. Ах, вон оно что. Несчастная семья. А ведь мы вместе с ним учились когда-то. Павел Андреевич, голубчик, потрудитесь взять на себя хлопоты по организации похорон полковника Львова. Полковник Львов убит? Да. Слушаюсь, Владимир Зинович. Идите к Селе. А почему? Здравствуйте. Почему дверь открыта? Это я сам выходил перед утром. И окно тоже. Да. Юра, собери свои вещи и пойдем со мной. Нет, нет, я не пойду никуда, не пойду. Трудно с тобой, не знаю, что и делать. Ну, ладно. Через час я еще вернусь. Примешь меня? Конечно, пожалуйста, приходите. Я скоро вернусь. Ага. Как зовут? Юра. А что? Как фамилия? Зачем тебе? Надо. Может, у меня к тебе дело есть. Как фамилия? Львов. Во, видишь, я на тебе буханку хлеба заработал. На вот, держи.
Папа прислал письмо. Жду тебя в Дарнице. Ты знаешь где. Только никому не говори. Андрей Иванович. Кто не знает, что ты сюда пришел? Нет, никто. Ну что? Все в порядке. Так. А где записка? Вот. Так ты садись. А где письмо? Кто к тебе приходил вчера вечером? Дядя Семен. А ты знаешь, кто он такой? Да, чекист. Я вас очень прошу, отдайте мне папино письмо. Он что ж, только утром от тебя ушел? Нет, он сегодня приходил второй раз. Разве он не ночевал у тебя? Нет. Где же письмо? Да подожди ты с письмом. Он тебя спрашивал, к кому ты ходил с поручениями, Викентий Павлович? Нет. Не спрашивал, так спросит. Не говорил, так скажет. О чем же вы с ним говорили? Про Загладина говорили. Вы мне тогда неправду сказали. Это вовсе не самогон был. Ты ему сказал об этом? Нет, но я догадался. Зачем вы это сделали? Там ведь на складах пшеница была. Я так и думал. К великому сожалению, вся твоя беда в том, что ты много знаешь. Где же папино письмо? Или у вас его не было? У вас его не было, тогда вы... И здесь только! Я не могу это видеть! Так выйдите, чистоплюхи! Доброе утро, господа. Андреич. Слушаю вас. Сахарозаводчик Терещенко. По поводу поставки крупной партии сахара, ну, на льготных условиях. Его превосходительство примет вас, господин Терещенко. Что у вас? Господин майор. Я капитан. Тарабаев. Помещик Тарабаев Иван Михайлович. Слушаю вас, господин Тарабаев. У меня в имении две недели стояла ваша воинская часть. Часть полковника Родионова. Ну и что? Насчет компенсации. 500 пудов сена, овес, ячмень. По этому вопросу обратитесь к начальнику снабжения армии генералу Дееву.